волнах безмятежного чуда. Ее растворяется стан. Никто не поймет так друг друга, как женщина и океан. Друзья, сейчас тоже речь пойдет о воде, но это будет необычная вода, нам очень привычная. Я сейчас прочту стихотворение, которое я посвятила нашему любимому Обскому морю. И это как раз про тот момент, тот период, сложный период для нашего моря Обского, когда оно начинает замерзать. В общем-то, это о состоянии воды в замерзшем виде. Давайте послушаем стихотворение и фортепианную
композицию. Я слышала, как маленькое море, укрывшись тонким белым одеялом, самозабвенно пела и играла в огромном и сияющем просторе. Спасибо. Морозный день снижал температуру, и волны моря превращались в льдины. Сильны, прочны, чисты, непобедимы, невероятной формы и структуры. Я видела, как маленькое море покорно льдинам спину подставляло, уже не пело и не танцевало в холодном и мерцающем просторе. Дорогие друзья, спасибо, солнышки, вы не представляете, даже 150 рублей, они очень важны для Маруси. Я могу вам немного рассказать про эту замечательную девочку и про ее диагноз. В общем, что такое спинально-мышечная атрофия? Такая небольшая справка, чтобы вы понимали, кому сегодня вы оказываете помощь. Это очень коварное, смертельное до недавнего времени заболевание, которое поражает мышцы, мотонейроны, так называются специальные клетки, которые заставляют наши мышцы двигаться. Вот они, к сожалению, отмирают, и те,